Приветствую. С вами Павел Колесов. Очень часто в этой жизни можно встретить людей, которые живут несчастливой, безрадостной жизнью, у которых такое выражение лица, уголки губ вниз, их ничего не радует. Обычно это угрюмые, вялые, раздраженные люди, которые чаще всего как будто бы так вот спят, как зомби, и люди безучастно смотрят в одну точку, не ожидая ничего хорошего от жизни. Со стороны кажется, что как будто у них села батарейка. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как избежать такого серого, скучного, монотонного существования, получить мощный заряд энергии и наполнить свою жизнь радостью. Жизнь у человека наполняется радостью только тогда, когда у человека есть его цели, истинные, настоящие. Причем цели любые, маленькие, средние, большие, огромные, мега-огромные, гигантские. Самое главное, чтобы эти цели давали человеку энергию, чтобы они связывали его с его собственной жизнью и радовали при одной только мысли, что да, это будет. Крайне важно не просто умозрительно знать, что да, ну, наверное, у меня есть какие-то цели, а позволять этим целям приходить в вашу жизнь, подпитывать вас энергией и давать вам счастье. А основную часть времени вы просто обязаны жить в радости и удовольствии и заниматься тем, что вам действительно нравится и действительно хочется. Если вы прямо сейчас находитесь в состоянии, что я ничего не хочу, я ничего не желаю, у меня нет сил, у меня энергии, то вы особенно отчетливо почувствуете результат от такого одного маленького мини-эксперимента. Пожалуйста, я прошу вас сейчас, отложите к чертям собачьим то, что вас тяготит, и то, что вам не хочется. Хочется делать. Спросите себя, а чего вам хотелось бы сделать прямо сейчас, сию секунду, в этот момент? Переберите, пожалуйста, себя в голове все возможные варианты, что вы можете осуществить прямо сейчас. Прогулка на свежем воздухе, лечь полежать, потрансоваться, съесть вкусную плюшку, попить чаю, повязать, прочитать главу любимой книги, полежать в теплой ванной в ароматической, послушать какие-то любимые песни. У разных людей есть разные способы подпитки своей энергетики, своей внутренней батарейки. Как только вы найдете вот тот способ, который именно сейчас вас чувствуете, да-да-да, я хочу это сделать прямо сейчас, вот то, что вас тяготит, отодвигайте в сторону, потом этим займетесь, и начните делать то, что просит ваша душа прямо сейчас. Хватайтесь за это и делайте то, что задумали. Для чего это важно? Для того, чтобы вы научились различать свои цели по тем чувствам, по тем эмоциям, по тем ощущениям, которые они у вас вызывают. Потому что поиск своих истинных целей – это навык. Навык, который можно и нужно развивать и тренировать. На вашу истинную, настоящую цель у вас будет возникать так называемый ага-рефлекс. Вы будете представлять, что у вас это происходит, и у вас возникает чувство радости, и тело как будто начинает так вот прям вот вперед вас тянуть. Да-да-да, я хочу этого, я хочу, да-да-да, дайте две прямо сейчас. И если у вас возникают такие чувства, такие эмоции, такие ощущения, это значит ваше истинное настоящее желание. После этого, чтобы это желание начало у вас лучше исполняться, ответьте себе на вопрос: зачем, что и как я хочу получить. Вы начинаете с ответа на вопрос: а зачем мне это надо? Это позволяет загрузить ваше бессознательное свою цель. Почему? Потому что наше бессознательное, оно очень простое, очень прагматичное. Если у вас нет ответа на вопрос «зачем?» и серии «просто хочу», ну просто хоти, у вас должен быть ответ. Я это хочу для того, чтобы, мне это нужно затем, чтобы раз, два, три, четыре, пять. И чем больше у вас ответов на вопрос «зачем мне это?», тем больше ресурсов ваше бессознательное, ваш организм будет готов выделить на достижение вами вашей этой цели. Эмоциональное обоснование позволяет как раз такое загрузить это желание ваше бессознательное, потому что чем больше у вас ответов на вопрос «зачем?», на то желание, которое вас радует, тем больше у вас возникает энергии мотивации. Когда вы все это сделали, вы задаете себе вопрос: а что мне для этого нужно? И продумывайте, какие ресурсы, какие контакты, связи, время, навыки, знакомства могут вам понадобиться, условия, материалы для того, чтобы эта цель пришла таки в вашу жизнь. И только после этого вы задаете себе вопрос: а как я это получу? А более подробно я про это рассказываю в серии бесплатных видеоуроков «Уроки с бычьей меч». Чтобы получить доступ к этим видеоурокам, рядом с этим видео есть ссылочка, пожалуйста, нажмите на нее, чтобы перейти и получить эти видеоуроки. Потому что только тогда, когда у вас в жизни будут цели и желания, ваша жизнь обретет смысл. Жизнь без целей бессмысленна, безрезультативна, плоха и тосклива. Вы будете радоваться каждому дню, когда у вас будут ваши цели, ведь с каждым новым днем вы будете приближаться все ближе и ближе к своим мечтам, той жизни, которую вы на самом деле хотите жить. Получите уроки с бычьей меч, и я желаю вам счастья, потому что лично я хочу, чтобы в этом мире жило как можно больше счастливых людей. А человек может быть счастливым только тогда, когда у него есть истинные, настоящие цели, мечты и желания. Регистрируйтесь и до встречи в серии уроков «Уроки с бычьей меч». С вами был Павел Колесов. Счастливо!